каждый день внутри нас, каждый день, каждый час. Проходит маленькая борьба, которую готовила судьба. Маленькая борьба, она как экшен-игра. Между тем, что хотим сделать, и тем, что должны делать. Чаще всего это совершенно разные вещи, которые касаются и мужчин, и женщин. Наши поступки, наши слова, наши планы, когда приносят счастье, а когда раны. Борьба, она как стратегия игра. Между тем, что желаем сделать, и тем, что необходимо делать.